А, самогон, блядь! Мне в руке баклаха взорвалась. Только самые пропитые не взорвались, кстати. Куда? Ты покормил ее? Не-не-не, мне лошадка собирает вот эти вот. Она собирает для меня растения. Ты в курсе, что я членство муравьев? А я блядь, а я член? А, выстрел в шляпу. Просто прикол в том, что у меня шляпа работает как типа сейф. А, как типа головы. Даже если я в подбородок. В подбородок сейф, у тебя что-то не работает, я вижу. На, ебать. Ой, не надо, Олег, ладно, мы друзья, да мы прикалываемся. Да это дружба. Похоронили, блять, нахуй малышей. Ебать, Вовчик, ты так уснул, пиздец. Ой, Руди с лягушкой уснул. Ну-ка. Вот, Вовчик, смотри, возле головы у него. Видишь? Возле головы у меня? Я понял. Посмотри, видишь? Возле этой? Мы едем в Роудс. Сейчас садишься на мою лошадку. Роудс закрыт время. Ты выпил и предлагаешь везти? Две бутылки выпил. Это третья. Чё, две печени? Сейчас четвертая будет. Нахуй. Это я на выпускной. Чисто. Сейчас поедем. Сейчас доедем. А если динамит кинуть вверх, я в него стрельну. Тут будет, да, эффект? Он взорвется, да. Ну, попробуем. А ну кидай. Я передумал. Хорошо стрелять. Стреляешь, Олег. Ну вообще да, здесь я очень хорошо в этом плане. Огниво немного. Watch out. Ебать. Ты за дорогой, смотри, ебаный. Очень, блядь, пиздато выглядит игра, когда смотришь типа на луну или на солнце. Да еб... Охуенно, блядь. На дорогу пробовал, смотри. Блядь. Да ёба... Я после математики, нахуй, вообще, блядь. А голова... О! Левой дрочу... А, ну, а правой нихуя не щекочу, блядь. Давай, Сеня, мы танцуем красиво. Ой-ой-ой, блядь! Это же лутра. Лут что? Трек свежий, поэтому коробки тут баганые выдают нереальный кэш. Надо спешить, пока никто не заметил. Мне, возможно, за это дадут пизды. И да, боже. Тут можно выводить бабки сразу на карту или на киви, а можно забрать скин себе. Дизайн топ. Интерфейс крутой. Сразу видно ценник на пукалку. Юзайте мой промокод, который видите на экране, и получайте 20% к пополнению. А пополняться тут можно как скинами, картой, так и криптовалютой. Кстати, вот что я тут открыл. Ну что, я не знаю, калашечек себе открыть, нормальный такой приличный забрать и мочиться с контрами, бля, вообще обалдевать, наверное, буду. Это АВП, дебил. Да, русский рубль. Опа, ёханый приеханный, блядь, что же там мне ответят в подписчики в комментариях? Бляха, муха, я цикатуха, блин, окупился и родился заново, ну нахуй пошел я. Ну что, время калашики пооткрывать, я хочу варить. Воин Донбасса, я обожаю автоматы, пистолеты и, конечно же, деньги. О-хо-хо, ну это Lamborghini новый на Новый год. Чу, папе, я не знаю, как мне это объяснить. Блять, черт, это Иисус. Jesus. Это Иисус дарит подарки, я ни при чем. Окей. Ой, расстреляйте моего кума будущего, блять. Ну все, нахуй я пошел. Через апгрейд можно улучшить скин за пару центов, но это, кстати, не обязательно, и забрать его себе. Можно? И есть очки ивента, за которые можно сдереть пленочку и получить тоже, возможно, обалденный скинчик. Калашик я получил, отлично обалденный свой. Тут также есть задание, за которое вы получаете бесплатную коробочку, которую можно сразу же открыть. Лутран. Ссылка и промокод есть в описании и на экране. Ну, перейдите, будьте людьми, пожалуйста. О, Юра за себя играет. Что-то смотрю, блядь, ты сегодня, блядь, разошелся, блядь. А схуя, блядь, я не понял. Что такое? Не хочет покупаться. А я сейчас куплю. О, блядь. Сука, завалились, блядь. А я понял, что он хочет купить, Олег. Я тоже ее уже купил, блядь. Бля, урод, он урод. Я первый нашел. Класс. Так иди нахуй тогда, я не могу этот костюм теперь одеть. Ты давай, сука. Дебилы, блядь, пропустите видео. Такой пидорас, блядь, такой пидорас. Где ты? Посмотри,
фонарик. Иди нахуй, я этого персонажа выбрал, покупал у него костюм, ты на другого смотрел. Все, девочки, успокойтесь. Пошли, нам не туда. Ты, писька. Ты, блядь, писька, нахуй. Подождите, блядь, нет, мама звонит, мама. Какая мама? Выкинь нахуй. Девочка, ты на спецзадании. А нам знаете, какая тактика нужна? Надо аптечки собрать все и скинуть в одно место. Да-да. Давайте соберем аптечки, поскидываем их там, возле красивого сжигательного аппарата. Там, где мышей палят. That's right, сука. Вот тут. Да вам пофиг, я прям здесь. Да Г бросить, блядь, нахуй играет в игры человек всю жизнь. Если ты еще раз такое скажешь здесь, я тебя выебу прилюдно. Давай, я нагнул. Ой, я какую-то батарейку использовал. Появились батарейки, я ее использовал. А, это батарейка для правой кнопки. Короче, чтобы когда она разряжается, надо искать теперь батарейки. Оно само не восстанавливается. Женщина, дура. Оно восстанавливается. Да, тогда иди в пизду. Я чувствую, нам это выльется в копеечку. Бля, такой, сука, поваренок, тупофедя, блядь. Вам нужен ванина, ванная комната. Ванина. А, это инвалид, ебать. А, тебя, то есть инвалиды тебя не пугают, да? Че, идем на второй этаж? Да. Погоди. А где она? На сзади! Блять, на второй этаж? Куда? Вот сюда, 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 в комнату смотри. Крыса. Юра, будь аккуратен. Ага. Вы охуели, два черта, блядь. Хули я один тут стою, ну выйдите вы, блядь. А ты вот, за батарейки, Олег. Нет, 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 нет. Блядь, два ебаных пидораса просто, блядь. Бобик и Лёлик, я ваш рот ебал. Юра, это вынужденная жертва. Да, да, Юрчик, ты спас... Ой, нахуй, нашел ключ. Блядь. Я теперь сразу первый не две. Пойду, я рот ваш ебал. Да, аптечек еще много. Аптечек еще много, блядь. Да, я вообще-то, блядь, сердечник, мне нельзя пугаться. Мне кажется, надо на кухню куда-то пойти. Мне кажется, закройся. Слышь ты, блядь. Нихуёво, я чувствую. Грубиян ебаный, блядь. Я, кстати, понял, Вовчик, что чем ближе ты к стене стоишь, тем больше шансов получить пизды. Не-не-не. Ой, она злая очень. Да. Может, она зайдет вообще будет? Бля, мне страшно, пизда. Да нормально. Она бежит? Я спасу тебя, достой ты, ёбаный! Она впереди убегай! Она пошла в подвал. А как? В подвале, подвале я. Она пошла в подвал. Мы пришли. Да. Олег, мы ждем тебя. А Олег может не прийти назад. Не-не-не, надо, чтоб пришел. Сзади! Поймай ее на себя. Да приди! Убей, болида, у меня ебет! Обалдеть. Хуйня полная. Five-year doll. Бедный еврей. И чё, мороженое нет? Что? О, это тупой. Keyboard crumbles. Crunchy and flavorful. Хуета. У тебя, кстати, было, Олег, как в детстве, типа, что, ну ты и жопка, это, типа, не что-то обидное, типа, ну такое. Нет. Уменьшительно ласкательно. Такого не было, Богдан. У нас в семье все просто, ты уебище очкастая. Вот и все, поэтому я такой токсик и вырос. Я бы никогда своему ребенку не сказал, что он уебище. Может быть, я не их ребенок, поэтому... Ага. I like let's play. Куплинов, Гагатун, Юзя... Anytime. Гагатун заблочил меня во всех соцсетях. Бля, флешка! Ебанутая! Ой, блядь, у меня окно открыто. Нормально, повесил. Могу еще флешку накинуть. Прячься в яму, накидываю. Прячься в яму. Прячься, прячься! Я вообще, блядь. Ну ты все.
А чё нахуй я даю такие ёблы? Не получилось. О, бля, Обама, Богдан. Мой любимый президент, твой какой. Ты видел, Порошенко зелёнкой облили? Да, да. Это в честь Дары Руди. Вчера ж Руди была Дарешка. Это его перепутали. Сейчас я, блядь, покажу, как надо играть, блядь, с АВП. Но мы сейчас... Ой, блядь. Русский мясник. Заходи на сервер «Золотые сиськи Андрея». Блядь. Попал. Попал! Я убил на А. Я убил на Б. Я помог на МД. Я присутствовал. Заходи, родной. Так, я забежал. Проплайн. Проплайн. You have a bomb! Путин! Путин. А я на Б открыл. А я на Б зашел. Не дам! Дал. Да, я дура вообще. Я тупо дура. Ненормальная, блядь. Олег, ЛСП во мне! На лонг выйду, накиньте мне флешечку. Могу тебе бит накинуть. Что можешь? Ой, все. Битконнект! Битконнект! Эй, блядь. Да, блядь, да, попиши мне сейчас в телеграме, Вовчик, ты мне так нахуй всался. Ну попиши побольше, блядь. Изложение, блядь, мне выложи. Be clear. Be clear. Two city. Если они русские, то их там трое. Потому что с ними всегда бог. Окно. Ну кто наяривает? Shift, shift, shift. Please shift. Please shift. Please shift. А би клип. Ааа, не клип! Да хватит писать в Телеграм! Ну почему они все пишут без остановки? У вас должен быть красный. А где? Вот! Спасибо за игру. Да пожалуйста! Вы здесь? Какое приятное удивление. Благодарю, что вы досмотрели это видео. Я прям от него лично кайфанул. Надеюсь, сделали то же самое, блин, и вы. Соответственно, если лайк и подписочки нет, я не пойму, зачем кислород тобой потребляется до сих пор. В прошлом CSGO монтаже я говорил, что сделаю ремастер. Да, я ими займусь, и возможно, первый выйдет уже в сентябре. Это труднее, чем я думал, но зато это очень интересный опыт. Мемы, блин, я обожаю ваши мемы, поэтому кидайте свои мемы мне ВКонтакте в предложечку. Получите за это ложечку, героинечка. Видео каждое воскресенье. Подписывайтесь. Я вот и говорил уже, пока. Люблю, целую, обожаю. Блин, я не знаю, что вам даже сказать. Кайф, кайф, конечно, кайф. Кайф это кайф. О, кстати, слушайте прикол. Сейчас. А ну.